молодежь, нищета, убить скрипача. К сожалению, у меня нет такого человека, с которым бы я так была духовно близка, чтобы так вот играть с ним в постоянной концепте. Был один человек в свое время, который творился и который творил всех моих поклонников. Но, к сожалению, я сейчас не знаю, у меня нет такого человека. Ну, к сожалению, правда, нет. Но я не могу сказать, что я одиночка, и в то же время сказать, что у меня вот куча. Нет, к сожалению, нет такого человека. С Юлей Тузовой я играю, да. Но я концерты с ней ни разу не играла совместные. Да. Только на фестивалях там иду, очень редко. Вы имеете в виду совместные, там уже мелкие совместные, там совместные фестивали? Нет, фестивали я играю, конечно, с многими музыкантами, но именно совместные концерты делать, вот я вот, ну, у нас не было такого в последнее время. Не было, в последнее время не было вообще, честное слово. Нет, фестивали мы очень дружим, да, правильно Женя говорит, с Юлей Тузовой мы дружим, это правда. Но мы играем только в фестивали, мы совместные концерты ни разу не играли.
вот правда. Такой вопрос, а вас приглашали или вам приходилось самим напрашиваться? Куда? Ну, где там выступите? Где? Ну, на концерты. На каком? Да, вообще на любом. Когда? Не, ну, вопрос, конечно, интересный. Вопросы интересные. Вас часто приглашают. Вас часто приглашают где-то выступить? Ну, в зависимости, часто это как это вообще, какая эквивалентность, какая частота? Хотя бы раз в неделю. Ну, вообще вас приглашают где-то выступить? Нет, ну, типа сами. Ползаем и добиваемся аудиенции. Вот я это спросил. Вас либо приглашают, либо вы сами как-то это все организовываете. Я вот это спросил. Ну, в данной ситуации? Вот в данном концерте? Или это вообще? Нет, вообще вот в Москве у вас. Вы говорите как бы... Сергей вам задал вопрос. С кем мы играем? Да. Я сказала, что мы вот с такими людьми... Но играем, если как бы возможность. Ну вот просто Женя сказала, что с Юлей. Ну я не помню, я не понимаю. А девчонки, с которыми вы были в прошлый раз, с ними разошлись ваши какие-то? Да, очень давно. Что? Я не понимаю. Переведите мне, пожалуйста. Все, договариваешься ты насчет концерта или предлагают? Ну, договариваюсь ли я сама или мне предлагают? Да по-всякому бывает. Бывает, я договариваюсь, бывает, мне предлагают. Как часто? Ну, когда захочу, тогда и предлагаю. Ну, а когда вам предлагают, все-таки есть друзья, на самом деле, которые вас приглашают, вас не забывают, а вас помнят. Есть такая команда и как бы хотят вас пригласить. Как бы есть такие люди. Есть. Я не знаю. Я не знаю. Молодой музыкант, которого никуда не приглашают. Я не понимаю. Да, мы как-то особо вот сами прям не рвемся, но да, обычно звонят и говорят, там, будете играть или не будем. Все, дайте. Да. Каким группами играем? Каким группами? Мы больше любим играть сольно. Потому что много концертов... Как скажем, если с известными играть очень коллективами, там, конечно, все будут орать там этот коллектив давай. Ну и кроме фестиваля беру, а совместные такие большие концерты. Вот. Как-то так. Нет, бывает, что, конечно, и по две, и по три группы, по-всякому бывает. В зависимости от клуба, от формата концерта. Но больше любим играть сами. Хорошо. Да, кстати, да, намного, правда. Что-то мы поднялись как-то так удивительно. Я не ожидала вот за этот год, то, что я в Москве живу, на нас стали ходить. И причем, действительно, правда, это без шуток. И я вспоминаю многие годы назад, когда мы начинали, когда у нас ломилась толпа, ну тогда был еще действительно андеграунд, он был в топе, таком огромнейшем, таком, ну безумнейшем. А потом я как бы сдала позиции, ну как бы перестала играть, а потом опять вернулась и уже не стали ходить. Сейчас мы разрулили эту ситуацию, и нас очень действительно стали воспринимать, ну, как серьезные, как уже метры, и мы уже действительно иногда выступаем как хедлайнеры. Но это действительно правда. Там понятие даже само название клуб, это другое. Я не думаю, что вы бы сейчас сидели и свободно разговаривали со мной, будучи в Москве. Ну да и здесь знают. Ну, ребят, давайте так не будем судить. И не судим будем, потому что, ну, я вам серьезно говорю, Перевина, Супус был в Эйконое, у нас действительно был один человек, ну, век не даст соврать. Но сейчас вы хотя бы просто друзья. Ну, пойди вас найди. Я уже сама хотела уйти. Я стояла там полчаса, не могла найти вообще, капец. Я думаю, сейчас я разворачиваюсь и ухожу. У меня было такое ощущение, я хотела так сделать.
потому что я замерзла до чертей, потому что я ее реально не могла найти, вот реально, ни вывески, ничего нет. Вике позвонила один раз, потом она второй раз, но я знала, что она к папе поедет на день рождения, и все. Я думаю, ну ладно, я не буду ее сейчас беспокоить, я еще тут минут 5 постою, и все, я удираю. Это так и есть, да. Господи, вы у нас? Или 15, или 15 человек, грубо говоря, или 6 тысяч рублей. Ну, или ты меньше 15 тысяч, меньше 15 человек не имеет смысла, иногда некоторые клубы, так и есть, такие условия. Или 15 человек покупают билеты, грубо говоря, по 300 рублей, или вы за них сами хотите, платите и играете. Так и есть, в Москве это действительно практика нормальная многих клубов. Нет, ну ты можешь Крокус Сити там заплатить сколько-то миллионов, и там у всех все деньги. Да, у всех все, все коммерция. Да заплатите мне! Я вам сделаю концерт. Нас пригласите в группу Побер. Свет, давай, давай, давай. Да я шучу, конечно. Ну, смотри, молодой человек, дайте нам сыграть хотя бы еще немножко. У нас поезд! Хочу спеть песню про любовь всей моей жизни. Правда, была такая. Давай.
я знаю твою спецшколу. Теперь я знаю твои загадки. Ты научил меня пить кока-колу. Ты научил меня есть шоколадки. Теперь я знаю, какой ты новый. Теперь я знаю, какой ты сладкий. Любовь! Как попала любовь? И вот я попала любовь. Первый раз приехала в Санкт-Петербург, это очень было давно, у меня еще не было тогда сына. Я пришла в рок-клуб и познакомилась с девушкой, которая ела ништяки. Я говорю, зачем ты их ешь? У меня нет денег, чтобы есть еду. Я говорю, ну блин, давайте вы... Ништяк — это то, что оставил другой человек после себя. Объект. Угу. Ну и так называли они. Я все время ходила. Потом она нашла какого-то кота. Я говорю, ну умрет у тебя, потому что у него чумка. У него чумка. Он говорит, нет. Ты что, провидец? Я говорю, да не просто знаю, я с котами жила, а у него просто элементарная чумка. Она говорит, нет. Чебурина знает, когда умрет кот. Я говорю, ты... Как так можно? Вообще, это просто человек нереальный. Я не знаю, где она сейчас... Я говорю, ну она ела, правда, она под собой, ну как бы за другими людьми ела еду. А я все время сидела, но не понимала. Давай я тебе куплю, у меня же есть деньги. Я же заработала. Она говорит, нет, ты не понимаешь, в чем прикол. В чем прикол? Каждым человеком подъедать, это прикол. Короче, был такой, была такая история, и кот все равно погиб. Но это было очень давно, я не знаю, как сейчас. Все ушли, кто-то подъедал. Нет. Ну, одно дело, когда тебя угощают. Торговала пластинками и аквариум, и Цоя. Ну, как бы мне просто в Рокобе давали пластинки. Я тогда познакомилась с Машниным. Переверялась. Ну, вообще, была история очень хорошая. Ну, по крайней мере, ништяки я не жала. Но я не то, что это как бы против или нет. Нет, лучше к маме во сне и голым. Нет, не играю я рок-н-роллы. Я
Днем и ночью.
вскочил. Если вопросов нет больше, да, то понятно. А что понятно? Что, перерыв-то есть или это? Нет, нет. Чистого листа, чтобы на горизонте телебашня протыкала небо, и въебашь мне ленты туалей, завяжи уста мои.
чтобы на горизонте телебашня протыкала небо, и в башне лепетуали девичьи уста. Очень хорошая песня про любовь, как всегда. Давай. Я в тебе подставляю плечо.
сливаешь бардаши, и вздыхая заводишь галаши. Я вздыхаю и ставлю колышки, и к тебе прижимаюсь тихонечко. Последний вопрос, можно? Да. Какой минимализм состава? Это концепция или просто чем меньше людей, тем проще организовывать репетиции, концерты? Это действительно концепция и давно уже выработанная годами. Причем не первым годом, не десятилетками, даже двадцатилеткой. То есть выработана действительно, это очень хорошие. Ну... Начнем с того, что «Отчима на руке» где-то действительно только троица и больше ничего. То есть у нас три человека и все. Это доказано уже. Это история. Ничего не можем даже поменять. Но это удачно и успешно. И ребятки молодцы все у меня вообще великолепные. Какие замечательные. Они, ну, не знаю, как сказать. Пошлить не хочу. Хотела, но не могу. Нет, это действительно правда. «Дочь Малого Кеннеди» будет только трое. Правда. Но это достойно уважения, внимания. Это очень редко. Можно задать еще один вопрос? Да. Случайно не из Украины? Я? Да. Никогда в жизни не была на Украине. Это правда, да. Я тоже слышу. Это сказалось, что у вас... Ну, вообще-то, да, я с Урала, может быть. Урал и Украина, это одно и то же, я не знаю. Может, Украина уже, да, захватила Урал или Урал Украину, я же не знаю. Нет, спасибо вам, что... Вот видите, вот еще заметили, мне одному говорю. Извините, а у вас состав не менялся? Он с самого начала? Менялся. Да, менялся, конечно. Менялся много раз? Очень. Много. Правда. Это... Реально. Реально уже. Подойди ты и просто задай вопрос. Нет, на самом деле это действительно не первый состав, не второй, не третий, не четвертый, не пятый. Это седьмой или шестой. Седьмой или шестой, да, пощупай. Ну, я просто не считаю, когда вот ребята, то есть в младенчестве пришли, мы стали играть с моим... Ну, не знаю, другом. Мы замутили все это не просто так. Я влюбилась в человека, который оказался идейный. И он такой вот, давай, Света, сделаем такой проект, что будет только барабаны, бас и домра, ну и вокал, соответственно. Бэк-вокала не было, это Сережка придумал. Вот, это уже сейчас.
И мы так вот до сих пор идем, да, по этой стези. Вот он как придумал в одночасье. В принципе, он аранжировал песню «Нежность». Он все сделал полностью аранжировку. Это было 20, ну сколько, ну за 20 лет назад. Это же до сих пор. Просто идем вот так по наклону. Он очень сильно переживал, когда я его бросила и стала заниматься с другими ребятами. Но он понял все прекрасно, что надо развиваться дальше, потому что должны работать только профессионалы. Должны все иметь, как бы, ну, я считаю, что музыка нужно заниматься только профессионально. Дилетантам там нечего делать, и вообще, я считаю, что если вы хотите чего-то добиться, нужно сидеть и дрочить свои инструменты, потому что, ну, это и иначе, ну, никак, ничего не получится у вас. Ни одной харизме, ни... На одном своем энтузиазме ты не выйдешь, никуда не влезешь вообще. Ты должен быть профессионалом, у тебя все должно быть четко. Это либо это с годами вырабатывается, либо уже действительно... Вот здесь я не согласен. Я тоже не согласен. Золотые слова. Не, ну а иначе никак. Тут, ну... Я могу сейчас список десяток групп назвать, которые точно не сидели, не дрочили. У них просто была какая-то искра таланта. Но если вы называете группы, которые... Ну, извините за слово «дрочили», они сидели и не тренировали для того, как вы явились. Нет, я не считаю, что нам нужно тренировать. Мы не тренируемся, мы не занимаемся, у нас нет даже репетиций. А что вы тогда имели в виду? Владение инструментом, лично. Владение инструментом я имела в виду. Владение инструментом, да. Да это Бог, каждому свое, пожалуйста. Я не к тому, я же вам говорю, не к тому, чтобы вы там... Он же был, уже был в группе.